Водитель спасателей с недавних пор герой Константин Лукьянов несколько недель восстанавливал свою многотонную ласточку. Этот КамАЗ он вывел на перерез самосвалу с щебнем. О, вот это да! 24 июня в Саратове прошел сильный ливень. Константин с коллегами приехал на улицу Танкистов вызволять пассажиров из подтопленного автобуса. В боковое зеркало увидел, что с горы несется большой груз и сносит все на своем пути. Вот он, без тормозов! Большегруз задел почти 40 автомобилей. У грузовика отказали тормоза. Жертв удалось избежать благодаря Константину. Многотонник спасатель остановил своим КамАЗом. Я просто как бы вцепился в руль, типа вот таким макаром, нажал на тормоза. Он ударил, я нажал, я вот встал, привстал. И в момент удара я его как бы выгнул сюда, и он в процессе получился восьмеркой. Тогда простой спасатель стал настоящим героем и телезвездой. Телефон разрывался от звонков, журналисты просили рассказать о том, как он спас десятки жизней. К такому вниманию прессы Константин был не готов. Надо было давать интервью, я давал. По мнению коллег, Константин Лукьянов достоин звания Человека года, хотя ничего геройского в своем поступке он не видит. Говорит, просто хорошо сделал свою работу.